Новосибирские лесопитомники пока не будут отправлять семена хвойных пород в соседние регионы. Год неурожайный. Поставки в Омск и Кемерово возобновят в лучшем случае в 2020. Осенью заявил сегодня заместитель министра природных ресурсов и экологии области Евгений Рыжков. Тем не менее, план по восстановлению зеленых территорий нынче перевыполнен. Молодые деревья взамен вырубленных появились в том числе благодаря крупным компаниям, добывающим уголь и золото недалеко от Искитима и Маслянина. А в Барабе, в окрестностях Венгерова, проводили смелый эксперимент. Сажали интродуценты, то есть виды, которые у нас раньше не росли. Например, дубы высадили на площади 60 гектаров. Приживаемость пришлых, более трудотеплолюбивых культур исследуют и в Сузунском районе. Семена завезены из 68 регионов Российской Федерации. Сейчас в текущем году за этими культурами проходят рубки ухода, это прореживание. Мы работаем совместно с Институтом леса имени Сукачева, с новосибирским филиалом, то есть при поддержке науки как бы проводим мероприятия в данных культурах. Ну, естественно, наука занимается как бы своим делом, исследует степень роста, прироста, плодоношения.